Молитва ко святителю Николаю Чудотворцу. «О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче святителю Христов Николы, услыши нас грешных, молящихся Тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Вишь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Почисти, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных, содетеля нашего и владыку, ему же Ты собираешься. Бесплотными лики предстоишь. Милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житие и в будущем веце. Да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но да по своей благости и милосердию воздаст нам. На Твои ходатайство уповающие, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу Твоему припадающе помощи просим. Избави нас, угодничий Христов, от зол находящих на нас, да ради святых Твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязни в пучине греховней и в тени страстей наших. Моли святителю Христов Николы, Христа Бога нашего, да по нас там мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велю милость, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь.